Студент устроил погром в круглосуточном магазине. ЧП произошло 21 июля ночью в районе Стрелки. Студент аграрного университета вместе с приятелем выбрался из общежития через окно и отправился за сигаретами в ближайший супермаркет. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в сетевой магазин и начал громить холодильники с напитками и полки с товаром. Этот инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Сотрудники супермаркета вызвали полицию. Буйного 20-летнего жителя Озинского района задержали и доставили в отдел. Уже позже молодой человек признался, что момент совершения хулиганского поступка он не помнит. Якобы у него случился провал в памяти. Я помню только последнее, когда я в общежитии вылез через окно. От кого-то бежал, что ли? Да я от кого не бежал. Мы вышли втроем с сигаретами, вот на круглосуточную грозь. На первой даче. Мы взяли сигареты, я жрал сигареты. Вот, вышли, все. Дошли до Стрелки и все. Я не помню ничего вообще.